Сегодня пришла печальная новость. На 74-м году жизни после долгой болезни скончался известный телеведущий Лев Николаев. Соболезнования его родным и близким выразил президент Дмитрий Медведев. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства отметил большой вклад Николаева в популяризацию достижений отечественной и мировой науки. Миллионы зрителей потеряли талантливого и яркого ведущего, добавил президент. Лев Николаев – автор программ «Цивилизация», очевидно, невероятная и «Под знаком Пи». По его сценариям создано более 100 документальных и научных фильмов. Многие из них награждены призами российских и международных кинофестивалей. Коллеги Льва Николаева вспоминают о нем как о человеке незаурядного ума. Это был очень интересный, образованный и творческий человек. И я очень рад, что мы с ним очень успешно сотрудничали в течение нескольких лет. Мы ездили вместе на международные кинофестивали, мы получили вместе с ним государственную премию, что было неважно, первым по существу за телевизионную работу. Наша работа была отмечена. Его интересовали крупные явления культуры, у него была точка зрения на них, он умел о них рассказать, обладая очень высоким вкусом. И он создал такую мощную творческую группу, основанную, правда, на таких, я бы сказал, семейных устоях своей большой семьи. И мы прощаемся с очень важным для нашей культуры, для нашего телевидения, для нашего общества личностью, творческой личностью. Каким был Лев Николаев?